Еще одни ворота. И ни одного танка. Да, зато целая толпа гоблинов. Крепких на вид. Ну, я подумал, видишь осколки льда? А что, если ты их используешь вместо реликтов? Размер подходящий. Доктор считает, что это невозможно. Мистические энергии сферы в твоей груди влияют лишь на гиперплотную материю реликтов. Доктор считает. А я считаю, надо попробовать. Что мы теряем? Видишь, не получается. Шевельнулась. Правда? Ладно. Круто! Похолодало. Хочу еще. Всем привет, это канал Туман оф Плей. Мы играем в игру КНЕК, а точнее НЕК. Кошмарный НЕК, ребята, продолжаем приключения, идем по пещере. И НЕК стал таким холодным и очень острым. И ледяным, ребята, он может, мне кажется, сейчас уже даже замораживать, будем пробовать. Научился, так сказать, быть ледяным. Ну-ка, что-то мне показалось, а? Чуть не прошел мимо, ничего себе! Вот, а эти ледяшки как раз мне нужны для роста. Вон новая полосочка появилась, роста ледяного НЕКа. Ледяной НЕК! Увидите в этой серии. Так, подожди, осторожно. Янтарь до сих пор также нужен. Ну, я, кстати, здоровый такой стал. А льда-то много здесь. Смотри, какой он растет. Он растет. Так, осторожно, осторожно, скользко. Здесь надо вообще прям потихонечку соскальзывает. По льду скользим. И идем вперед. Ребята, здорово, здорово, гоблин. Ой, двоих сразу одним ударом умотал. Интересно, а янтарь что делает? Потому что янтарь мы собираем, он чуть медленно собирается. И... О, горка! Горка ледяная, поехали вниз. Поехали, покатили. Прям горку реально сделали, смотри. Опа, очки. Стоп, вернись. Надо весь лед собрать. Смотри, какой огромный стал. Он просто, его даже не видно, этого НЕКа. Просто куча шипастая. Шипастая синяя куча. Еще собирай, еще почти уже целиком набрали эту полосу. Офигенно вообще, классно выглядит. Покатились дальше. Так, здесь аккуратно, аккуратно. Нет. Вниз мне не надо. Вниз мне не надо, мне вот сюда надо. Ой, подожди, увернуться. А теперь мой выход. А как бы кувалдочку бы эту взять бы у него? Скользко, на льду очень катаемся. Так, ну у меня максимум здоровья. А вот и... Вот, секретная комната. И находим сундучок. Давай, открываем. Какое-то кольцо непонятное. Деталь счетчика комбо. НЕК может увеличивать свои атаки, поражая врагов 8 раз подряд без получения урона. Нельзя использовать вместе с расширителем времени. Так, ладно, забираем. Это уже вторая штучка в коллекции. Пойдет. Потому что надо много чего насобирать. Не знаю потом, что с этим делать будет, но... Но оно нам, я думаю, пригодится. Янтарь! Янтарь, чуть не пропустил. Надо забрать. Да куда ты пошел? Вернись, ворота идем. Скользим, вон нас уже гоблин поджидает здесь. Идем, дорогой, идем сюда. И ты здорово, братан. Я же всем вам рад. Особенно как... Стоп, а почему сразу пол жизни откололось? Нифига себе, из-за того, что я ледяной, похоже... Похоже, все сразу у меня отваливается. Все отваливается. Половина жизни, половина ледянки. А если всю собьют, то, наверное, я стану обычным НЕКом. Но! Есть одно большое но. Здесь много очень холодных. О! Я случайно, прикинь, случайно туда нажал и открыл. Много холодных осколков. Я потому что долблю здесь все. Так, ты что делаешь? Зачем ты снежок катаешь? Не надо. Не надо так.
Подожди. Потому что сразу много уже отвалилось от меня. Стреляй, я подпрыгну, нормально. И ближе к тебе, и все, готово. Отхиливаемся, подлечиваемся. Стоп. Может быть, еще какая стена развалится. Нам это будет на руку. Надо потому что собирать все сундуки и все забирать. Поехали по горке. Чувак! Ой, тихо, уворачивайся. Да как так? Я увернулся? По-моему, я увернулся. Прыжок. Хорош, ты чё? Давай я к тебе поближе подойду, тогда с тобой поговорим. Во, я здоровый вообще. Вообще такой махина, просто огромная махина. Есть и тут потайные двери, комнаты, ну-ка. Ничего нету, пошли. Их сразу видно, в принципе, да, вот когда идешь. Сразу видать, ничего себе перепрыгивает. Так, давай до конца уже наберем полосочку. А интересно, может он еще больше вырасти? Сейчас мы это узнаем. Жалко, янтарь нельзя использовать, потому что... На, всех вообще раскидал. Потому что янтарь не накопилась еще полоска этого суперудара. Ну, ничего страшного. Только надо быстрее, вот этот закидывает очень мощно. Ну, как сказать мощно? Я расправился-то с ним еще мощнее. Быстрее, Тихо, не падай. Не падай, подожди. О, этот... А этот вообще кидает из пушки. Просто ведет отстрел. Надо аккуратно. Вот здесь, вот, потайная. Сразу вижу ее. Пошли. Сундучок. Открываем новый. Итак, что это? Деталь преобразователя. Редкость. Единичка. При низком показателе здоровья реликты можно добывать из янтаря. Ничего себе. Ладно, ну, в общем, это одна из шести. Это первая. Первая позиция в этом наборе. Пошли. Подожди, а я что, стал обычным неком? Ну ладно, смотри, вроде быстро восстанавливается, но... Хоть мы недалеко, в принципе, да? Недалеко, так сказать, от этого места начали. Хорош. Ну я в тот раз вообще троих сразу зацепил. Благо здесь много реально вот этих осколков ледяных. Пойдем наверх. Подожди, не закидывай сначала. Сначала я к тебе доберусь. Вот так, да. Ай, тихо. Побежали. Слушай, я сейчас... Ой, мне приходится больше усилий, так сказать, использовать, чтобы его уронить, когда я маленький. Пока у меня не набран этот, ну, ледяной мой весь хлам на мне, так сказать. Ладно, бежим. Да ну, ты что делаешь? Ребята, они меня начинают... Не то, что начинают, они меня просто прибили. Так, ладно, давай аккуратно в этот раз. Набираемся сил. И я думаю, надо вот с этими поосторожнее как-то пройти. Ну, давай. Стрелка сначала... Подожди, да как так-то, а? Я вроде... Не трогайте меня. Вот так, двоих. Еще одного, все. Ну, более-менее, давай, надо только подлечиться маленько. И здесь тоже аккуратно. Он начинает сильно закидывать. Так, подожди. Ну, он, в принципе, не так далеко кидает. Надо вот тут быстро пройти и до него добраться. Есть. И теперь... Теперь только не упасть. Пойдем к тебе. Я посильнее в этот раз. Осколки надо еще. Сейчас насобираем. Уже почти целая. Целая линия, почти целая хпшка. Я в тот раз улетел. Вот здесь очень опасно это было. Ну давай. Давай, ребята, с вами как-то. Раз. Этот уже стреляет издалека. На. Подпрыгну. Попадет, не попадет. А вот не попадет, потому что я по нему попал. Янтарь. Ну нормально, в этот раз уже лучше. Уже лучше идем. Пробираемся дальше. Сколько же вас тут... Ах ты, ничего себе.
Нет, ни в коем случае. Так, да, уходим, подожди, уходим. На, не попал никуда, прикинь, ни по кому. Вот поэтому надо попасть. Ладно, и тебя, ребята, все, прошли, нормально, все. Все хорошо, я волновался, ну ничего страшного. А, вон еще куча осколков, сейчас будет. Ну, нормально, идем. Янтарь-то вообще очень медленно набирается, здесь нету янтаря. Хотя вон внизу есть. Внизу есть, я как раз туда и пошел. Давай, собьем. Опа! Сразу улетел. Ах ты, больно. Ладно. Мне твои стрелы пока нипочем. Я пока все пособираю и к тебе подойду, понял? Я подойду очень большим и очень здоровым, понял? И большой, и здоровый одновременно. С одного удара сразу. А вы откуда, ребятушки? Лучше бы вы не приходили, потому что вам сейчас не поздоровится, я вам точно говорю. Бам! Сразу разворотил обоих. Еще кто? А, ну давай. Тихо. А теперь мой выход. Если увернуться, то можно их вообще быстро всех раскидать. Кстати, янтарь накопился. Можно попробовать суперудар. Готовы? Или рано еще? Ой, зря. Зря ты меня ударил, конечно. Много чего отвалилось от меня, всяких осколков. Вот тут еще есть. Сейчас, когда их много будет, я хочу воспользоваться суперударом. Или вот здесь где-нибудь замкнут. Ну, он один тут. Нет, даже против одного неохота использовать. Ай, тихо. Да как так-то, а? Ладно, все получится, надо просто собирать еще лед. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо, скользим аккуратно. Ну хорошо, вот сюда дошли хотя бы. О, вот здесь! Есть, всех раскидал. Потайнушечка, давай открываем. Еще, наверное, сундук какой-нибудь. А нет, янтарь. Ну, янтарь тоже хорошо. Собираем, потому что надо накопить. Последний раз мы очень хорошо вот здесь внизу с ними использовали его. Ой, как! Сколько осколков. Это прям полностью меня залечивает. Я огромный ледяной человек. Или не человек, не знаю, какое-то существо. Мой новый имидж. Что скажешь? Выглядишь сурово. И чувствую себя суровым. Но когда я выйду, придется поспешить. У меня не больше минуты до момента, когда солнце растопит весь лед. Ну, минуты нам хватит. Три перекладины на воротах. Ага. И управляющие механизмы. Угу. Вот твои цели. Понял. Надо быстро добежать. Погоди, а как? Бам! Сейчас топит лед уже, все, солнце топит лед. Ну-ка. Да хорош, вы чё? Подожди, лед растопился. Три перекладины на воротах, где? Я, по-моему, нифига не успел, короче. С таким большим я вряд ли что-то сделаю. А как это сделать? Не, ну ты слишком огромный для меня. Хотя, подожди, нормально. Чем больше шкаф, ребята, тем громче падает, мне кажется. Ну-ка, еще разок. Я его повалил, прикинь. Супер, только я стал маленьким. Опять обычным неком я стал. Так, ладно, что делать? А, ворота открылись вот здесь. Нажимаем. Это только одна перекладина. Одна есть, еще две. А, стоп, вон что мы можем сделать. Смотри, мы в этой пещере-то можем опять стать огромнейшим этим неком. А как, а где вторая-то открывается? Подожди, я что-то не пойму. Куда-то в другую сторону, что ли, бежать? Давай туда же. А, вон, левая сторона. Пошли по левой стороне. Давай, кто здесь теперь? Ну, пойдем. Я сейчас вас раскидаю, ребятушки. Быстрее только надо бежать, быстрее. Готов. Еще готов. Следующий.
Подожди, вот здесь что-то увидел, но может быть поздно. Сейчас, иначе мы не расправимся там с каким-нибудь мощным. Ну-ка, янтаря схватил. О, давай так. Есть, янтарем. Да, получи. Готов. Нормально мы сделали, все открылось. И следующая попытка будет, наверное, еще идти вправо, да? Все, весь лед растаял. Получается, мы только в пещере можем быть таким супергероем. Давай собираем лед и идем на правую сторону. Супер смертоносный Нек, пошли. Быстрее, 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 все подтаивает. Минутка у нас всего, минутка. На все про все здесь. Слишком долго бегу, давай, раз, раскидал. Дверь открылась, дальше куда? Ну, быстрее, кто еще будет? Кто здесь еще? Вон самый главный там. С пушкой стоит. Открыли. Еще. Еще мощный. Ай, тихо, 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 хорош. Так, что-то пошло не так. Надо было не так действовать. Ладно, еще раз, вторая попытка. Надо было подождать, пока он махнет своей булавой. Я что-то сразу напролом на него пошел. Ну вот здесь точно надо быстро. А, слушай, а уже никого нету, надо быстрее к тому бежать сразу. Мы слишком много времени просто тут потратили, поэтому... Сейчас получится все быстро. Опа. О, тихо, тихо, тихо. Вот, все, все нормально. Готов. Вот и свалил я его. Остается всего лишь открыть третью перекладину, и все, ворота открыты. И мы попадаем в эту крепость, в этот замок. Куда, в принципе, и планировалось. Потому что наши люди-то там, док, здесь где-то. Здание под охраной. Не там ли хранятся реликты и все остальное добро? Надеюсь. А то материала маловато. Встретимся на месте. Тебе придется идти в обход. Извини. А я что, не могу так что ли сделать? Ты что? Дай веревку. В крепости. Ребята, в крепости поиграем мы в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, ребята, чтобы приходило уведомление, чтобы вы не пропустили новую серию. Всем удачи и всем пока!